Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мама плачется, что мы ей не уделяем внимания. Сдала квартиру хорошую, купила дачу в поселке. Сначала начала овощи выращивать, потом и скот. Недавно юбилей был 65 лет, и хотела ее на море отправить. Она мне некуда скотину девать. И вот каждый день мне я устала, мне тяжело, говорю, возвращаясь в город, что мне там делать. Стала обижаться на меня в последнее время, а эти условия не мое. Я за силы пару дней могу провести. Комары и так далее. Только полностью одетым можно выйти. И детей ей не дам, там нет хороших условий, как по старинке. Собственно, в чем ваш вопрос заключается? Как маму переделать, как вам по-другому реагировать, может быть, с чувством вины поработать хотите? В чем ваш вопрос? В чем он заключается, ваш вопрос здесь? Ну да, ваша мама давит на жалобу, да, ваша мама обижается, пытается манипулировать, ваша мама придерживается своих определенных ценностей, которые у нее есть. А вот. А своей, ну, своей позиции какой-то, которая опять же, у нее есть, вот, и, в принципе, это нормально, это абсолютно нормально. Здесь вопрос в том, как вы на это все реагируете, здесь вопрос в том, какие вы чувства испытываете. Здесь вопрос заключается скорее в том, как вам в этой, ну, непростой, скажем прямо, ситуации, да, когда вот вы вроде бы чувствуете, что должны, да, что-то своей маме, вроде бы и помочь ей, ну вот так вот, чисто как-то по-человечески, да, хочется. А с другой стороны, вы, ну, понимаете, что мама-то, вероятно, не особо и хочет, чтобы ей вы помогали. Мама, вероятно, не особо и хочет, чтобы вы что-то для нее делали. По крайней мере, делали для нее что-то, что-то такое, что было бы приемлемо для вас. То есть ваша мама вот в этом, ну, вот так получается, что не заинтересована. Ваша мама хочет, чтобы вы ее поддерживали. И, на мой взгляд, здесь вам, ну, нужно, по крайней мере, попытаться, проявить себя, знаете, ну, как взрослого человека, да? То есть вам нужно попытаться проявить себя именно вот как равного ей. То есть, ну вот, есть твое желание, да, есть как бы мои желания, есть твое видение, есть мое видение. Ты хочешь жить по старинке, да, я не хочу. То есть, как бы, ну, это подходит не всем, и это нормально. То есть, абсолютно нормально то, что вот вы, ну, как-то вот не хотите во всем этом участвовать. И да, ваша мама, она, ну вот, скорее всего, это не примет, она, вот, скорее всего, не готова принять то, что у вас, ну,
у вас вот такая вот точка зрения, и что вы себя, ну вот, так вот, ну, позиционируете. И, наверное, она и не должна, это делать. То есть, понимаете, да, вы довольно легко, как бы, ну, покупаетесь, довольно легко покупаетесь на то, что она вам говорит, да, то есть довольно легко покупаетесь на то, что там она, грубо говоря, несчастна. Вот. Довольно легко на это вы покупаете, довольно легко вы как-то вот на это, ну, на это ведете. При этом очевидно, что вы не замечаете каких-то своих переживаний, очевидно, что вы не замечаете каких-то своих эмоции, очевидно, что вы не замечаете того, как вы на это реагируете сами. Вот, очевидно, что вы не замечаете, что вам чего-то не хочется. И очевидно, что, ну, возможно, вы даже не замечаете того, что вот в какой-то момент начинаете там, условно говоря, там, чувствовать ну, вину, да, и не знаете, ну, не, ну, не знаете, что, что с этим делать. И вас в этом смысле можно понять, почему так. Вот. Но, повторюсь, вы проскакиваете эти моменты, то есть вы вот в целом производите впечатление человека, который вот, ну, достаточно быстро проскакивает вот, ну, какие-то вещи. Вот, то есть вы можете просто не заметить чего-то, вы можете отреагировать достаточно импульсивно, а потом, соответственно, жалеть. То есть я бы здесь смотрел больше на то, вот как-то вот повнимательнее, да, повнимательнее относиться к своим реакциям, вот, к своим реакциям на какие-то вещи. Вот, в том числе, ну, вот, на маму, ну, на вашу маму, вот, какие-то реакции, которые, вот, значит, которые вы, значит, ну, чувствуете, да, которые вы, как-то замечаете, да, то есть, вот. И, соответственно, вот это вот, пожалуй, ну, такой очень важный момент, как мне видится, в этой ситуации и в целом, ну, это просто может сделать для вас психолог, то есть вы же не можете маму-то поменять никак. То есть, ну, это невозможно, вашу маму изменить. А вот вы можете изменить свою реакцию в этом смысле. Вот. И это, опять же, то, что может сделать для вас психолог, то есть это то, с чем это то, с чем мы можем вам помочь. Ну, по факту. Вот. Ну и вам бы
Значит, вам бы самой, да, как-то вот определиться с тем, чего вы хотите. То есть, ну, какой помощи вы хотели бы от нас, какой помощи вы хотели бы вот, ну, психолога. Вот как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь.